Общеказахстанская акция «Таза Казахстан» стартовала по всей республике. Первыми эстафету приняли в Алматы. Во время кампании «Алматы – наш общий дом» каждый желающий может лично помочь в благоустройстве города. Подробнее расскажет моя коллега Наргиз Жанабекова. Основная цель мероприятия – научить жителей бережному отношению к городу. Республиканская акция продлится 5 недель, каждая в своей особой тематике. В Алматы предложили объединиться всем неравнодушным жителям, облагородить и очистить свои дворы и улицы. Все мероприятия от имени города будут обеспечены необходимыми ресурсами. Начали работу по санитарной обрезке данной улицы, улицы Гагарина. Также в рамках данной программы с активом района, с жителями, с председателями ОСИ, КСК, со всеми активами района начаты работы по уборке прилегающей территории в парках, скверах, также в общественных местах, набережных рек вдоль. По итогам кампании отмоют и отремонтируют 1765 остановочных павильонов, 480 светофоров, 56 подземных и 78 надземных переходов, 161 памятники, даже мусорные площадки, урны и скамейки. Намерены модернизировать 3420 фонарей и вывески. Высадят более 20 тысяч саженцев, деревьев и кустарников. А с 1 мая в городе запустят 65 фонтанов. В настоящее время все службы задействованы на покрасках, в парках, скверах около 70 человек, на улично-дорожных сетях также где-то 70 людей задействовано на покраске. Компания «Алматы – наш общий дом» охватит все районы города. Принять участие в компании сможет каждый житель и гость Алматы. Инициативу уже поддержали известные бизнесмены, артисты и общественники, которые призвали к воспитанию гражданской ответственности и экологической культуры среди населения. Наргиз Жанабекова, Информбюро, Алматы.